Поступил вопрос от телезрителей, на кого возложена обязанность по уплате административного штрафа, назначенного несовершеннолетнему. Согласно части 1 статьи 2.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, к административной ответственности может быть привлечено лицо в случае достижения им 16-летнего возраста. Если у несовершеннолетнего имеется самостоятельный заработок, на него может быть возложено административное наказание в виде штрафа. В случае, если у несовершеннолетнего самостоятельный заработок отсутствует, данная обязанность возлагается на родителя или законного представителя несовершеннолетнего. Если родителями или законными представителями данное обязательство не будет исполнено, то они могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусмотрена наложение административного наказания в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа.